Я знаю, что меня ждет в ближайшее время. Полное уныние, крах всех надежд, обыденность, насмехающаяся и празднующая надо мной победу. Болезни, расставания с близкими, разбитые, так сказать, романтические представления. Да-да, мне говорили, что в моей юности. Высоко говорили мне, взлетел, больно будет падать. Я презираю эту фразу. Абсолютно. Я придерживаюсь точки зрения, что не нужно руководствоваться соображением, что тебе будет больно падать. Нужно руководствоваться соображением, насколько высоко ты можешь взлететь. И чем выше, тем лучше, тем интересней. Что это за фигня собачья, если ты, как говорится, не пытаешься взлететь? Да ну, абсолютно я считаю это никуда. Что касается инспектора ДПС, то я к ним очень хорошо относился даже, в принципе. Но по дороге вот в Мариэл меня просто-напросто распатронил гаишник. То есть он начал, но он явно превышал свои полномочия. Забрался в багажник, даже сказал предъявить ему телефон и смотрел у меня в телефоне, какие приложения, значит. И спросил скрипку открыть. И явно злобно докапывался, понимаешь? И это, фу, слушай, ладно, не будем говорить про это, все это так понятно. Что такое полиция, всем прекрасно известно. Но я вот тебе скажу, что... Да вообще тебе скажу, что, знаешь, этот мир, он... Планета принадлежит злу, по ходу дела. А добро, оно так по углам ютится. Поэтому... Черт его знает. Поэтому я как-то перестроился сейчас в левую полосу, чтобы не давать лишний раз себя останавливать. Потому что хоть я... В моей машине нет ровно ничего, к чему мог бы прикопаться полицейский. Однако же при желании прикопаться, это можно всегда найти. Вот понимаешь, вот что плохо. И так везде. При желании любого человека можно сгнобить. И никто не поможет. Вот это нормальное явление, как говорит Алекс Брежнев. Я считаю, не очень. Ладно, двигаемся. По дню, по дну, как я всегда и говорю сейчас.